Дорогие друзья, я устал. Ну, не ухожу. Я устал видеть несправедливость. Мороженое по 100 рублей. Билет в кино по 300. Я решил все изменить. Я создал партию. Программа очень большая, но я выделю самое главное. Школа только 4 дня в неделю. Нет, 3 дня в неделю. Дневник с отрывными листами, чтобы легко было исправить ситуацию. Это забота о нервах родителей. Следующий пункт – увеличение пенсии и зарплат. Сейчас объясню. Вот дедушка или родители, а вот магазин. Вы просите что-то купить, а они вам что? У меня нет денег, у меня маленькая пенсия или зарплата. Теперь вы можете смело сказать: «Я увеличил тебе пенсию, покупай мне конфеты». Железный аргумент. Ну и самый больной вопрос. Не знаю, как сказать. Моего друга-блогера Мишку Крутышку не только заблокировали, но и в полицию отвели. И за что? Даже никто не понял. Надо спасать Мишку! Кажется, приехали сюда. За свободу! Прох, это ты соседям опять забор краской измазал? Это современные граффити, свободы творчества. Ладно, он мне 2 года уже 3 сутки не может отдать. Пусть теперь сам забор моет. Видите, с нами сила. И вы сходите на выборы. За свое и своих надо бороться.